Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Снайпер 3 элитный. Так. И сейчас нам надо незаметно, очень незаметно пробраться в одно сооружение. Так, где-то сидит снайпер, я так думаю. А тут что-то слишком шикарное здесь хожу. Давайте посмотримся немножко. Дневник мы только подобрали. Там два тела у нас лежит, которые надо будет обыскать. Так, этот-то не обысканный же. Не хотим, да, обыскаться? Так, куда это я пошел? Ну, по идее, так-то правильно. Теоретически-то. Ага. Вот я где. Кто меня мог срисовать и откуда? Неизвестно. Так, ладно. Первый здесь, второй где-то вот тут, я его загасил, вот он. Но этого я уже обыскал. Так. Один из складов. Патроны всех мастей. Если вас ранили в перестрелке, быстро и тщательно обработайте раны, чтобы не допустить попадания инфекции. Найдите безопасное место подальше от вражеских патрулей, прежде чем заняться своими ранами. На лечение тяжелых ран требуется больше времени, и вы уже не хотите, чтобы враги набросились на вас, когда вы уязвимы. Так. Это что, получается, склады мне подорвать предлагаете? Да? Вы мне склады предлагаете подорвать? Ну ладно, давай посмотрим, если эта штука выгорит, конечно. Так, мне надо вон туда. Я вот обойду вас лучше. Так, тут где-то тело было, правильно? Наверху, что ли? Ой. Так, вот летают самолеты, так. Отсюда я выстрелю незаметно. Видели? Нет, все-таки нет, маленько не так, значит, не на вид, а положить и подорвать этот склад. Вот так, наверное, надо будет сделать.
И где эта стрелковая позиция? Ну-ка, давайте-ка вот так посмотрим. Где у меня динамит? Вот он. А как-то можно его еще поджечь, посмотрим. Или в динамит только выстрелом попадать. Понятно. Так, как уничтожить технику? Понятно, да, технику там знаю, как уничтожить. Нам надо как шум найти. Где тут пошумнее это? Назад. Я ж тебя первый увидел. Перемещайте ловушки. Да, знаю. Только с динамитом никак разобраться не могу я. Я не могу поверить, насколько обнаглели англичане. Группа британских командос перешла линию фронта, чтобы убить Роммеля. Похоже, ему пришлось пробежать около 20 километров, чтобы незаметно подобраться к Бедалитория. Со стороны берега. Один был убит, а остальных держат под замком. Нам повезло, что мы не позволили им нанести слишком большой урон, хотя, возможно, вдвойне повезло, что Роммель и это время был в Италии. Ух ты. Что-то я не понимаю, у них какие-то распри, что ли, идут между собой. Так, снайпера нету. Он, кстати, по ходу дела меня-то тогда и замечен. Самолеты. Может, он партнер встретил, или десантная вещь была. К нему подняться можно было. Вот так вот. Оп. И я уже с тобой. Что ты мне тут преподносишь. Так, стрелять-то я уж отсюда буду, точно. А вот теперь можем менять позицию. Кто бы меня там срисовал или нет, смысл оставаться тут. Так-то, по идее, с первого выстрела надо было менять. Ну, я наглею.
Так. Так. Тихо говорили, да, значит, пройтись я должен. Ну, тихо пройдусь. Давайте, там вход-то один. Че бы его не держать. Ассасин крадусь прямо таки. Давайте сохраним все игру. Так. Кто у нас здесь есть? Хорошо. Это у нас от взрывчатки такой красивый. А ты такой козел не молодой. Ай-яй-яй. Попал. Наглый. Где вы? Ты сейчас пока только очухался, меня увидел. А моя пуля тебе уже череп проломила. Ку-ку, мой мальчик. Ой, подожди, подожди, подожди. Я вот этого видел, какой-то это что? Это что-то можно взорвать? Или что? Так, обыскивайте мертвых. Вот он. Теперь я говорю же, я где-то был там снайпер. Хотя кому я говорил-то, никому не говорил. Так, ворота закрылись. Так. Откуда просматриваться? Thank you.
Какое расточительство. Ладно. Посмотрим. Так, у нас там кто-то прятался, как я помню. То ли их оттуда вытащить. Так. Солнышко. Солнышко. Да где вы? И самое главное, где? Я вам ничего плохого не сделал, сразу хочу предупредить. Потому что вы еще живые. Я убил только тех, кто сейчас мертв. У меня железная логика. Так. Ну, неплохо. Местность почистил хоть кругом. Так, теперь залезть туда надо. Залезть через дом, тут где-то, где лестница-то была. Вот. Боеприпасы для корабельных орудий. Что они делают в пустыне? Так, наверх. Наверх, наверх. Как мне тебе туда попасть? Вот он, дом зеленый, крыша. На крылечко кто-то вышел. Так, тут взрыв только один. Граната. Засели. Кого вы ждете? Ладно, кто бы там ни был, пусть туда идут. Я буду дальше думать, как туда добраться.
Так, так, так. Типа-то хорошая. Построитель для леса. Давайте-ка я сначала подберу, может у них что есть хорошее. Так. Во-первых, во-первых, надо вот эту аптечку залечим раны. Во-вторых, камень. Вынес вроде всех. Это чудовище, поди заходят. Так, здесь-то никого не убил. Или кого-то все-таки здесь. Нет, все-таки. Вот с этой стороны все появились, я так понимаю. Да. Так, забирать мину надо, забрать мину надо еще так. Так. Или что, или потом? Потом, давай потом. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока!